Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, два в одном. Причем, по сути, эти две вещи одинаковые, за исключением одного момента. Ну, во-первых, здесь производитель один Small Rig, а второй производитель это NonoName. По сути, это две одинаковые детальки, называется L-образный кронштейн, либо Rig, благодаря которому может установить любой тип оборудования вместе с камерой. Ну, а Small Rig еще используется стабилизаторами, что здесь справа-слева представлено и в частном объеме. Но сразу же хочу сказать, что в основном применяется, конечно, для больших стабилизаторов. Ну, чтобы здесь большой стабилизатор не укладывать и не показывать, покажем на маленьком. Но принцип тот же самый. Хотя не обязательно использовать стабилизаторы тяжелые, а в частности, например, DJI Ronin, куда и предназначен этот Small Rig, L-образная Rig. А мыслить будем нестандартно, в том смысле, что применять можно в любом месте. Два однотипных объекта, но единственная цена, конечно, различается в 10-15 раз относительно NonoName. Имеется в виду, Small Rig у нас стоит дороже. Итак, давайте открывать, что находится внутри. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Давайте по-быстрому скроем первый вариант. Из-за того, что пришло все это вот в таком состоянии, как мы видим, простая у нас упаковочка, а в частности целлофан, на котором есть какие-то буквенные обозначения, цифры. Ну да ладно. Вот что из себя представляет L-образный рик, ну или хват. Здесь можно типа холодного башмака установить либо фотоспышки, либо свет. Внизу у нас стандартный винтик идет с резьбой 1.4, папа, мама. Здесь тоже 1.4 для того, чтобы установить, например, на штатив, ну, либо еще в какое-то место с этой резьбой, например, на стойку, чтобы удобно было использовать. Причем можно не только в динамическом режиме, то есть непосредственно управляя им, но и в статическом режиме, то есть установить на штатив стойку и дополнить там либо фотоспышками, либо светом и осуществлять съемку. Здесь у нас что-то пластиково-прорезиненной поверхности, ну а здесь стандартный алюминий у нас идет. Причем можно регулировать непосредственно длину два хвата. Ну и вот это вот первый вариант, самый простой, потом посмотрим, как к ним пользоваться. Ну а сейчас приступаем к более объемной вещи. Что из себя представляет объемный риг, либо L-образный хват? Стандартная упаковка на риге по минимуму обозначений и яркости. Ну вот как видим, предназначен для данных устройств, обычно гимбалов, имеется в виду трехосевых стабилизаторов. Но можно мыслить нестандартно и использовать съемки данное оборудование. То есть стандартная их упаковка в минималистическом виде, в сером варианте. Такая вот некричащая упаковка. Но ввиду того, что Small Rig вышел на новый этап, то и изделия данного производителя начали повышаться в цене. И давайте рассматривать, что находится внутри. Для этого воспользуемся соответствующим канцелярским ножичком. Ну, внутри стандартная упаковка, их стандартный пакет с обозначением. А в пупырке непосредственно находится сам этот L-образный рик, ну или хват. Так, что он из себя представляет? Здесь представлено, здесь также есть холодный башмак, куда можно закрепить ваше оборудование, там свет, вспышку. Ну, для видео свет, конечно, для фото, ну, не знаю, кто будет использовать для фото, мне вот понадобилось для видеосъемки. Причем не только установка на стабилизаторы, кстати, один из них вариантов здесь лежит, но и использовать с другими вариантами съемки, там, с фотоаппаратом. Здесь есть отверстия сквозные, куда можно тоже при желании установить то или иное оборудование, 3/8 дюйма и стандартная 1/4 дюйма, все здесь есть. Причем, если вы используете стабилизатор DJI Ronin, то там закрепляется при помощи вот этих двух комплектных винтов. Там также резьба в ножке, ну или в ручке, кому как нравится. Идет двойная, также 1/4 дюйма и 3/8. Но здесь вот нету ушка,
Но зато на магните вложили небольшой ключик, что достаточно удобно, чтобы закручивать ваше изделие. Ну и как все у нас хорошо выполнено, достаточно качественно, это можно видеть и наблюдать. Кстати, здесь снизу тоже есть отверстие для установки на штатив, стойку, ну и так далее. Либо на комплектный ручной штатив, который идет в комплекте к стабилизаторам, вот как в этом случае. Здесь также резьба 1/4 представлена и 3/8. Без проблем устанавливайте. Но здесь вот нет резьбы, где ключик. Отверточка у вас представлена. То есть вот два таких вот изделия. Один без имени, второй с именем. Ну и отличается, конечно, по весу. Кстати говоря о весе, давайте взвешиваем. Хотя, по идее, у Smart Rig можно посмотреть технические характеристики и увидеть значение. Ну а для наглядности давайте взвешиваем при помощи весов. Вот у нас граммы обозначились. И общий вес малрига, L-образного рига или хвата, кому как нравится. У нас 284 грамма. А безымянного его конкурента, ну или как сказать конкурента, вот даже не поставим мы здесь. 130 грамм, практически в два раза меньше и легче. И давайте посмотрим, как эти два L-образных рига ведут себя, если использовать с различным оборудованием. Итак, давайте приступать, смотреть, что из себя представляет два этих L-образных рига или хвата для установки вспомогательного оборудования. Итак, приступаем. Thank you.
Итак, я вам продемонстрировал два L-образных рига для того, чтобы воспользоваться вспомогательным оборудованием при видео-фотосъемке. Один из них — это Small Rig, который в большинстве предназначен для стабилизаторов, но и можно быть использован не только для стабилизаторов, также использован и для других элементов для съемки фото либо видео, там для фотоаппаратов, смартфонов, ну и тому подобное. И второй вариант без имени, стоимостью минимальной, то же самое L-образный риг для установки дополнительного оборудования, ну и как ват будет дополнительной стабилизацией. Да, и еще один немаловажный момент: чем тяжелее оборудование, тем лучше идет стабилизация. Но учтите момент, то что, например, при фотоаппарате у вас будет уже двойной хват за наступающую часть хвата фотоаппарата, плюс еще и вот этот хват, у вас будет двухручный хват дополнительно. Устройство вам не понадобится, типа клетки. Ну и как вариант, у вас будет еще дополнительное навесное оборудование в виде света и фотоспышки, если вы используете. Ну, либо удобно размещаться на различных вспомогательных устройствах, таких как штативы, стойки и так далее. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию довел до вашего внимания. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.